Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 93-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. В этом уроке я хочу вам показать классный виджет, который позволяет делать красивые эффекты при наведении на фото. Эффекты сопровождаются заголовком и подзаголовком. Сейчас я вам просто показываю примеры. И в виджете таких эффектов 32 штуки, то есть 32 разновидности всевозможных эффектов, как будет отображаться текст и всевозможные такие блики на картинке. Вот я сделал у себя. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Виджет просто называется Hover Effect, то есть эффект при наведении. Из библиотеки данный виджет я вытягиваю на свой холст. И давайте сразу же загрузим сначала свою картинку, а потом рассмотрим настройки виджета. Загружаем мы картинку так. Идем в файл и добавить файлы для передачи. Вы просто на компьютере выбираете нужное изображение, которое вы хотите отобразить у себя на сайте. Соответственно, таких виджетов, чтобы, например, вы хотите разных несколько там картинок, вы просто либо вытягиваете еще с библиотеки данный виджет еще раз, либо просто дублируете этот виджет, зажатой клавишей Alt, левой кнопкой мыши удерживая, перетягиваете рядом, и у вас получается уже две копии данного виджета. И, соответственно, для каждой картинки вы загружаете свое изображение, то есть все таким же способом. Файл, добавить файл для передачи. В настройках вам нужно указать путь до этой картинки. Вот здесь такое есть поле, фото URL. Все содержимое в этом поле вы удаляете и пишете английское слово assets. То есть все изображения в Muse хранятся в этой папочке. Когда вы написали это слово, дальше мы ставим косую черту и название вашей картинки вместе с расширением. То есть ваша картинка .jpeg или .png. Обязательно целиком все название. У меня название картинки info.jpeg, так и оставляю. И давайте сразу в предпросмотр. Если картинка работает, значит все нормально. Вот вы видите, отображается моя картиночка. Эффект по умолчанию у нас вот такой стоит. Самое сложное мы с вами сделали. Давайте пройдемся по остальным настройкам. Фото тайтл, первое поле. Тайтл это переводится с заголовок. То есть если вам нужен какой-то текст на картинке, вы пишете здесь заголовок. Message это как бы текст дополнительный, который всплывает при наведении. Также здесь все содержимое удаляете и пишете что-то свое. Следующее, link to click. То есть по клику, по изображению можно сделать так, чтобы человек мог перейти на какой-то другой адрес. То есть здесь вы прописываете тот адрес, на который перейдет человек по клику. Это поле мы разобрали. Дальше идем, смотрите, title color. То есть это цвет для заголовка, который вы пропишете здесь. Цвет, как менять, я уже объяснял. Я надеюсь, вы знаете, как это делается. Я двигаюсь дальше. Title size – это размер заголовка. То есть здесь можно управлять стрелочками вверх-вниз, управлять размером заголовка. Дальше те же самые настройки, только для сообщения. Вот это второе поле – сообщение. То есть для вашего второго текста здесь также прописывается цвет – message color. Дальше, message size, то же самое, размер для вашего текста. Фонт, это шрифт, здесь, к сожалению, нельзя прописать свой шрифт. Здесь только из выпадающего списка можно добавить какой-то шрифт. И самое интересное, это 32 эффекта. Смотрите, эффект, кликаем, и здесь вот так за ползунок можно тянуть и выбирать эффекты только по названию. То есть предварительный просмотр здесь сделать нельзя. Здесь придется кликать по каждому названию эффекта и в предпросмотре смотреть, что это за эффект. Все эффекты очень красивые, классные. Вот мне даже не составило труда, не пожалел времени. Очень увлекательно. Я просмотрел все эффекты. Вот, надеюсь, вам виджет понравился. Используйте активно их на своих лендингах. Представьте, что можно загрузить разные картинки и с разными эффектами. В принципе, о настройках этого виджета все.
Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!